Тени на радио России. Злободневная и содержательная в программе Натальи Бехтиной. О сдаче ЕГЭ по новым правилам и в новых условиях. Наш сегодняшний гость – депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Олег Смолин. В 12:30 по Москве. От первого лица. Телу время, потехе час. Из рекламы фитнеса. Каждую субботу в 13:10 по московскому времени. Посоветуйте, доктор. Программа для тех, кто любит лечиться, и тех, кому это действительно необходимо. Радио России. Включил, услышал, узнал. Московское время 11 часов. Радио России. Всему свое время. Информационная программа «Вести». В студии Мария Фролова. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинская армия штурмует Славянск. Колонна военной техники пытается прорваться в центр города. Святослав Белза, столетний. Подавший от наводнения в Алтайске. 150 миллионов рублей. 50 миллионов рублей. Далее об этих и других темах подробнее. Украинская армия штурмует Славянск. Колонна военной техники пытается прорваться в центр города, чтобы взять его под контроль, сообщили РИА Новости в штабе ополчения. Бой идет сразу на нескольких блокпостах. Особенно интенсивные боестолкновения в районе сел у города Красный Лиман и в окрестностях Славянска. Стрельба ведется из БТР и автоматического оружия. Данных о жертвах пока не поступало. По словам ополченцев, на въездах в Славянск со стороны Харькова и Днепропетровска сосредоточено большое количество украинской военной техники, войти в город. Ранее исполняющий обязанности главы МВД Украины Арсен Аваков заявил о бое под Славянском с транспортеров и гранатометов, также о том, что подконтрольные Киеву силовики уничтожили блокпосты ополченцев. Подробнее расскажет. Городу в ночь не дали поспать, примерно в 6 утра, предположительно в районе Семеновки начались ожесточенные боестолкновения. Это происходит на протяжении последних 2 часов примерно, что там осталось на месте от этой несчастной Семеновки. Но пока поехать вперед мы не можем, потому что бой в самом разгаре. Накануне город продолжал подсчитывать ущерб. В результате очередного артобстрела военные попали в детский сад. Сильно пострадало здание детского сада, несколько жилых домов. Все это в самом центре Славянска, возле городского рынка и там, где живет много людей. Также по результатам обстрелов 9 человек были доставлены в больницу с различными осколочными ранениями. Четверо из них в тяжелом состоянии. Они были отправлены в больницы Харькова и Донецка. Остальные получили амбулаторную помощь и ушли домой. Продолжают люди выезжать из Славянска.